Так, значит, мне нужно сделать трейсинг этого солдата. Это вот привязки как раз к стикманам. То есть это значит, что каждая часть, она должна быть привязана к определенной части вот этого человечка на палочках. То есть если мы трейсим туловище, то туловище должно привязано быть вот к этой части. Если мы трейсим эту часть руки, то она, соответственно, привязывается к этой руке. Голову, ну, понятно, к голове, там, ладонь к ладони, точно так же и с ногами. Трейсим мы это все следующим образом. То есть у стикмана у него такая вот структура, что мы можем менять порядок. То есть у нас, например, вот эта ладошка, она должна быть под головой. Она у нас так под головой. Ну ладно, об этом потом. То есть, как нам проще всего, значит, нам нужно удостовериться в том, что то, что мы будем вот трейсить, оно будет привязано к правильной части. Вот, ну, например, мы возьмем сейчас вот... Так. Возьмем вот эту вот часть. То есть мы хотим оттрейсить ее. Для этого мы вот щелкаем на этой вот зоне. И сразу попадаем в нужное место. То есть, как только мы щелкнули, и все, что мы будем создавать поверх этой фигуры, оно будет привязано в нужное место. То есть, берем. Параметр поставим. Берем и начинаем. Примерно вот так сделали. Вот у нас получился контур. Вот у нас привязан. А, значит, забыл заливку. Вот у нас получился залитый контур. Теперь, и он у нас, значит, привязан к стикману. Чтобы в этом убедиться, мы можем вот взять тут, два раза щелкаем здесь, и можем его пошевелить. Вот он шевелится вместе с этими вот контрольными точками. Вот. И, значит, дальше мы присоединяем к... Следующий. Ну, начинаем уже трейсить вот эту часть, например. То есть точно так же не забываем сразу щелкать вот на эту зону. Вот. Мы, значит, попали внутрь как раз вот этой кости. И, ну, продолжаем трейсить дальше. То есть я уже тут стараться сильно не буду. Быстренько так рисую, потому что это не суть важно сейчас. Сделали следующее. Ну, проверяем. Да и так все понятно. Все нормально привязалось у нас. Вот и так далее. Вот что мне нужно.